В этом видео мы покажем, как настроить несколько боковых гистограмм на одном графике в платформе Wolfix. Итак, настройка находится в меню Setup, Status, Horizontal Histogram. И на этом графике у нас настроена гистограмма объема за весь подгруженный график с начала месяца. Далее гистограмма дельты за весь подгруженный график. Гистограмма объема за прошедшую неделю и гистограмма дельты только за текущую сессию. И вместе сначала настроим гистограммы таким же образом. Итак, по умолчанию у нас активна только гистограмма объема за весь график. И далее настроим три оставшиеся гистограммы. Гистограмма дельты, state ставим on, выбираем таймфрейм гистограммы и активируем опцию Self Area. Именно она позволяет отобразить гистограмму на отдельной оси. Далее гистограмма прошедшей недели, таймфрейм last week. Активируем опцию Self Area и выберем другой цвет гистограммы. И также поменяем цвет области вне зоны стоимости, то есть вне линии TPO. И далее гистограмма дельты. Выбираем тип дельта. Таймфрейм сегодняшняя сессия. И опция Self Area. И видим 4 гистограммы за разные периоды или либо разные виды гистограммы, и каждый на своей оси. Также обращаем внимание на наличие возможности настройки лимитов для каждой из боковых гистограмм. Setup, Horizontal Histogram Limit и все гистограммы. Гистограммы, которые вы видите за каждую сессию, настраиваются на панели управления. Это функция TimeFrame 2. Активируется одним кликом. Полное руководство по настройке боковых гистограмм в отдельное видео по ссылке в описании. Если у вас есть вопросы по настройке гистограмм, просим обращаться в нашу техподдержку по контакту в описании.